Приглашаются боксеры весовой категории до 38 килограммов. Красный угол — Алексей Белоусов, тайше. Синий угол — Александр Грушев, тайше. Боксер 2006 года рождения, провел 14 боев, 12 одержал победу. Тренируется под руководством Вячеслава Бельского, Василия Шеликова. Боксер 2006 года рождения, проводит свой 5-й официальный бой. Тренируется под руководством Вячеслава Бельского, Василия Шеликова.
Единогласным решением судей победу в этом бою одержал боксер красного угла Алексей Белоусов Тайшет.